С вами Расти, и сегодня мы будем продолжать играть в Руст. Раст, я не помню, как его зовут, так что... Да, там свин. О, опять убил. Так, сейчас какой-то костерик. Его же. Здорово, чуваки! Я пришел. Мне как бы было насать. Здорово, не надо. Так, все, я окей. Окей, убегаем. Ура. И все равно ничего нет. Ура. Здорово. Кто по дороге? Никто по дороге. По дороге скучно. А, и чё? Чё это было? Так, олень. Нам не нужен олень. Остановим чувачка. А, побежали с ними! Все, побежали. Потом железные двери надо еще забабахать. Дом будет вообще зачепись у меня. Да, ну сейчас я быстро пытаюсь добежать до них как-нибудь, чтобы догнать. Сейчас факел. Нет, мне нужен факел. Какой-то радиэйшн. Радиэйшн. 3 целые. 3 радиации. 7 радиаций. Бля, экран. Чё с экраном? Какие-то... Здорово. Коми. Окей, ладно, мы его не добили. Побежали. Все равно у меня же вещей нету. Я научился респавниться. Радиация как бы большая. Нет, там радиация. А хотя побежали, нечего терять. Вот тут вроде меньше. Сейчас тут спадет? Нет? Ну, спадает чуть-чуть. А, ну, конечно, голод отнимается, так что надо... Окей, тут очень много радиации. Вообще, пиздец, как много радиации. Побежали. Быстро, заходим. Первый же дом. Первый сундук. Открываем пистолет. Все, второй сундук. Открываем дерево. Есть. Уходим. Нет, никак. Уже начинает бить. Радиэйшн. Бля, я убегаю. Боже мой. Бля, кто-нибудь, у меня куча радиации. Так, ладно, бежим. Бежим, постараемся их найти. Ладно, ну что ж, бежим до них. Пытаемся кого-нибудь найти. Я тут наверху такой. Оп-оп-оп. Ай, блядь. Ты сам себя обстрелял? Давайте, так, у меня нога сломана и куча радиации. А, я ж могу полечиться, точно, аптека. Давай! Шли свои аптечки, мудак. Это не помогает. Да боже ты мой, да что такое? Я еще так иду странно. Ну давай, я хочу кого-нибудь найти, отдать ему револьвер. Чтобы знал, какой я добрый. Ну, я просто грустно, но тут довольно весело на серве. Кстати, печка осталась. Пустая. О, кстати, так, сейчас. Возьмем, полутаем. Пейпер.
Я не знаю, что делать, я кого-нибудь ищу. Когда я не знаю, что делать, я с кем-нибудь играю. Да. Но сейчас, так как мой друг не зашел, я с кем-нибудь другим играю. Да, вот. Так, сейчас. Я нашел это дерьмо. Бумага у меня есть. П. Ой, я В нечаянно написал, боже мой, это уродство, уродство, смотри, нечаянно. Блин, ну как? В. Кому, чувак, ну кто-нибудь хоть, кто-нибудь отзовитесь. Тут грустно. Бля, тут кто-то есть, бля. Бля, убегаем. И шел он по дороге. Было ему грустно. Так, со мной кто ты? Со мной кто бежит. Тихо, закрываем. Закрываем! Ты кто? Окей, ты добрый. Бля! Уходим! Я знаю, что ты... Ты мне еще есть дробас. Сейчас стрельни! Здорово, я сзади! Фигакс, я сзади! Здорово! Ой, бля, их много, много. Окей, уходим. Я просто грустно, чуваки. Ну чё? Я еще бегать могу. Ты мне все равно что-нибудь, где куда-нибудь выстрелишь. Окей, я понял. Окей, ладно, я не угадал. Мы клаем. I can be a butterfly! Ты меня засерил. Все время стреляешь. Ладно, я не знаю, что они там пишут. Окей, ладно, мы будем продолжать на каких-то набегах. Возможно, я бы мог в него выстрелить, но я слишком добр, поэтому я не убиваю их. Может, слишком туп даже в какой-то степени своей. Я даже все аптечки сожру, чтобы им нихуя не досталось. Может, факел выбросить? Да, наверное, факел надо выкинуть. Можно его как бы себе поставлять, но я не хочу. Надо еще тут какой-нибудь дом забабахать. Да, надо бы и тут дом забабахать, а то как-то... А то далеко до них идти. Мишка, не будем мишку трогать. Окей, Мишка сам. Пересижу-ка в этом доме. Тут нету другого выхода. Так, Мишка, отстой. Оп. Так, сейчас попробуем убить медведя. Так, кстати, тут... Пикакс! Почему я не могу его ударить? Окей, так, ну что ж, лайм. Ах ты мудак! Я его убил! Окей, чуваки, я медведь завалил, ура! С оружия. Так, ну ладно, киркой не... Так, добываем. Даже кровь с него падает. Бля, убегаем. Я мирный, все, так, мои вещи. Окей, понял. Убегаем дальше. Продолжаем. Кстати, ты меня задолбал факел стрелять. Чуть-чуть иногда попадаешь. Бля, их потерял. Окей. Мне просто грустно, чуваки. Знаете, такое дело, как грусть. Окей, меня походу видят, я в дереве застрял. Этот радиация.
Может, ты не плюнул на меня? Не знаю, можно дерево добыть. Можно находиться внутри дерева и добывать дерево. Отлично. Просто. Деревце. Иди к бабочке. Так, они вот так уже. Так, окей. Там кейс. Так, я вернулся на это место. Место встречи изменить нельзя, ну ладно. Можно это домой отнести, как бы, но я не хочу. Сейчас тут на дороге дерево растет, я как бы в дереве. Такой выглянул. Посмотрел, нету ли там этого хрени. Ладно, я тут буду ошибаться потихоньку и что-нибудь еще делать. Можно тут где-нибудь, кстати, сделать что. Бля, опять этот с луком, чувак, уходим. Так, главное не встретиться с ним по пути. Надеюсь, это радиоактивная, бля, убегаем. Маневрируем. Возьми сундучок. Все. Сундучок. Может, хватит? Бля, а то мне и грустно. Бля! Окей, это было близко. Бля, окей. Окей, это было очень близко. Да чё, чувак, не надо. Не надо. Тихо, меня окружают, по-моему, меня. Сука! Уйди отсюда! Иди. Чё ты, не надо. Чё, патроны тратишь? 3 патрона потратил. Я знаю, они недорогие. Окей. Если надо, просто. Убей человек с кинкой, да, это всегда будет круто. Ты хоть скажи что-нибудь, а то совсем грустно как-то уже играть. Ты там столько будешь. Я просто. Может, он с томагавком идет? Да, он с тропошом идет, ладно. Хорошо, что ты не попал еще ни разу. Это меня не напрягает. Кстати, кирка хорошо по камешкам, попробуй попробуй. Еще в лес как бы убежим. Лесные прогулки. Нет, не надо с дробаша, ты с лука хорошо, знаешь, попадал. С дробовика как-то не очень, и все. Мы уходим. Какие-то там трубы. Что это за? Маневрируем! Змейкой! Все еще идет за меня? Окей. Ты как медведь отстал. Radiation World. Чуваки, я какой-то пакетик нашел. Человек с геркой не боится дробовиков, только если в лицо. Артом. Бревнышки! Я лично, я у меня в личном. Окей, в личном, так лично. Во, по 20 дерева стоит, неплохо. По 20 дерева неплохо так. О, руда! Да, это отличное место. Добыть руды. Да, это место добыть руды. Окей, так, мы... Я все еще это говорю в личный чат. Не в личный, а вообще. Да. Я голодный. Голодный. Это голодная туша, она будет тут жить. Окей, так. Я далеко убежал, кстати, довольно. Так что сейчас мы бежим, обходим. Ладно, так, ну что ж, мы куда-то пришли, тут даже дерево есть, но я не буду его добывать, а лучше... О, да, знаете, что я сделаю? Я тут дом сделаю. Кстати,
Кстати, тут же мой дом где-то был. Я туда положу все. Да, точно, это же мой старый домик. Вот там, ну да, это плохой был дом. Можно еще один сделать где-нибудь. Хотя ладно, насрать. Все равно как бы умирать придется. Я как бы хоть. Да, так, сейчас мы заходим такие. Блин, тут забрали, отлутали все, окей, побежали. Так, сейчас нам надо как-то тут поаккуратнее подойти. Окей. Там кто-то, кстати, шумит. Вертолет, полигон. Окей. Слышь, чувак, кирка нужна, кирка нужна. Я не буду тебя трогать. Не, на рынке, хошь кирку, кирку. Мне не надо, я сейчас умру. Я сейчас от голода умру. Как-то. Тихо. Я хотя бы буду отходить, чтобы вы так поворачиваетесь с дробовиками. Мне это... Да тихо. Хошкер. Мир. Давай. Мир. Окей. Но я тебя не пытался. Ну, блять, это мир. Ну все, мудила! Я разозлился. Хотя я не разозлился, я был всегда добрым. Так, сейчас мы направление смотрим. Нам туда надо бежать. Сейчас мы идем, еще идем. Мы как бы назад пошли. Идем дальше, там дорога лаганая, окей, идем. Ой, да, меня прямо на поряк вштырило. Прямо вштырило. Ай, бля, я ногу сломал почти что. Было больше расстояния. Вообще-то невежливо убивать в хедшот из головы. Сейчас, чуваки, я подлутаюсь и приду. Тут вот подлутаюсь и к ним приду. Так. Что-нибудь есть? Есть? Нет, ничего. Окей. Кто-то стрелял. Страшно. Окей. Там кто-то живет все равно. Пошлите, посмотрим. Бля, опять сюда пришел. Окей, мы уходим. Мы уходим. И что мы делаем? Нахер он стреляет вообще? Вообще, можно убить другими гуманными способами. Тут все уже облутано. 100 раз. Ладно, побегу я в старый дом. Старый дом. Старый домик. Так, окей. Просто бежим куда-нибудь. По дороге летним. Гулял я под дождем. Так, сейчас тут что-нибудь. Тут что-нибудь можно облутать. Сейчас я пробегаю. Тут какое-то. Шина! Шина, какая еще шина? Мы убегаем! Радиация! Помогите, радиация! Так, надо куда-то валить. Радиация! Радиация! Мне весело, да. Чуваки. Вы такие веселые, знаете, вообще. Но только иногда грубые. Так, тут нечего лутать, побежали. Крови потери! Сейчас перевязка. У кого-то там из вас дробаша не получается, вот правда. Так, там где-то старый домик был. Сейчас побежим. Чуваки! 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 Что это за говно? Открыл, пошел. Закрыл. Эй, чуваки! Эй, никто не надо. Так. Да, Слука самый хороший чувак. Эй, чуваки, смотрите, я на камушке. Ай, бля! Сука! Бля.
Бля, я не там зареспаунился опять же. Даже не вблизи. Окей, сейчас мы тогда что-нибудь сделаем. Как бы нам умереть опять же. Ладно, мы будем бежать, пока не найдем медведя. Или мишку, или кто это вообще был. О, кстати, коробка. Это коробка. Бывает. Бывает, чуваки. Так, дверь не моя. Дуэли. Дуэли из лука. Так, курица. Курочка. Окей, так, ладно, надо убить себя. А я веселый, все равно же я веселый, скажите. Прикольный летсплейщик, который иногда позволяет себе мудачить и... Окей. Ладно, компотик, наверное, пока я бегу. Все, я попил, и теперь мы можем дальше бежать. Как суициднуться, интересно. Как мне суициднуться? Потерялся. Сейчас. Сейчас. Я потерялся. Ладно, сейчас быстренько ищем, где мы живем, тут эти скалы такие, окей, я бы хоть от радиации умер. Способы суицида, может написать в чат? Сейчас я ищу дом. А, боже мой. Так, короче, песик. Go to me. Go to me, please. Go to me, please, мадафака. Это олень. Вот почему, когда нужен олень, нету оленя. А когда нету оленя, то нужен олень. О, медведь! Умри, сука! Умри! Умри! Молодец! Красавчик! Все, я так предполагал. Так. Л-э-кэмп. Вот я дома. Фух. По дороге, блядь, не пьем. Все, пошли. Блин, я опять упал! Пошлите, ладно. Так, что ж. Ладно, надо... Да, я знаю, что не очень круто смотреть, как я постоянно умираю. Но мне же нравится. Значит, вам должно нравиться. Я еще пою всякую хуйню. Если кому-то понравится. Ну, пожалуйста, поставьте лайк. Да, на этом мы заканчиваем. В следующей части я буду продолжать делать то, что я продолжаю делать. Пытаться кого-нибудь изнасиловать. Ладно, давайте, пока-пока, ребята, удачи!